Всем привет, с вами При. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Также на четырех персонажах, и, надеюсь, упадет что-нибудь дельное на самом-то деле. Начнем же. На воина нам падает инфернальная кираса, между прочим, с сокетом. На самом деле, достаточно хороший предмет, если честно. Вот. В сочетании с плечиками. Вот так. Зайдет вполне неплохо, на самом деле. Окей. Ключик катакомбы, 19-е. При условии того, что на вот прошлой уже неделе я закрыл лишь 16-й ключик, а на позапрошлой неделе я закрыл 21-й. То есть, ну, интересно отсчитывает, на самом деле. Окей, а нагрудник на самом деле действительно интересный. Я просокичу его и обязательно одену даже без плечей. Он мне вполне нравится. Да. Так, ну что, идем дальше. Дальше у нас паладин. Надеюсь, нынче все быстренько будет грузиться. Не как уж в прошлый раз. Я уже заранее зашел на этих персонажей, чтобы прогрузки были побыстрее. И... да, побыстрее грузится, отлично. Так, специализация и защита. Угу. Все, поехали. Что это такое? А, это ненужный тринкет. Поздравляю. Ладно. Там, ради эквипчика типа оставим. Тринки? Лучше бы тринки с МК так падали. Добыча. Страж. Угу. Что это такое? Ну, это что-то полезное на самом деле. Я не особо, конечно, шарю в статах друида, но... я думаю, пойдет. За счет прироста мейн статы, там, стамины и всего прочего. Окей. Ну и теперь-то... то самое главное, что меня больше всего интересует, ДК. Сегодня, кстати, трансферю его на Гордуне. Так, а я с ДК сошел? Ну да, с ДК. Потому что легион прогружается, все верно. Ох, сейчас бы что-нибудь хорошего такого упало, я бы радовался, сидел. Давай, давай, мне прям не терпится уже полутать 930-ю полезную вещицу. Если не полезную... ладно, надо отбросить эту мысль, на самом деле. Шеститысячный близкотрон. Шеститысячный. У меня вчера третья лего упала. Вот так. Четвертая. Здорово. Перчатки вообще бисовые. И придос... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я подумаю насчет его ношения в текущий момент. Я знаю то, что есть блады весьма опытные, которые следят за развитием моего ДК. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня есть поясок, который сокращает удар в сердце. Ну, то есть, удар в сердце делаю, кровь вампира КДшки сокращается. Это классно, да, типа. Колечко, дающее мне талант нечестивый. Оплот, повышающий мой ХП за заряд каждой косточки. И... мол, типа, у меня есть еще нагрудник, и появился придас. Мне что вообще, как их ротировать? Я не понимаю. Это слишком сложно для меня. Но неплохо эквип вырос. Перчатки-то, чекайте, моделька какая бисовая на них. Ага. Каменная искусность или каменный хосту? В общем... эксперты, вы мне нужны сейчас. Я жду ваших комментариев по поводу
по поводу этого. Да, так вам всех благ, счастья, как говорится, здоровья, лутайте топовые шмотки. Ну, сегодня так неплохо повезло, то есть на вара апгрейд, на паладина мусор какой-то, на друида такое небольшое улучшение, а ну ДК вообще отлично все. Легендарку полутал. Типа, ну, придаст мне уже не упадет. Самое главное, чтобы Сефус в ближайшие дни не упал. То есть, получается то, что... Подождите. Поясок мне упал с припасов армии погибели легиона. Колечко мне упало с миф плюсов. Там разница в их дропе была где-то часа два. То есть я дропнул кольцо на стриме, офнул стрим, пошел делать локалки, вскрыл припасы, с припасов получил поясок. Вчера сидел, скрывал припасы, получил нагрудник, и вот сегодня миф-сундук придаст получил. То есть со осколков пустоты я еще Легу не пролутал. На что мне, кстати, тратить осколки? Плечи или запястье? Ну, тоже интересно. Такие вот вопросы у меня. Как ротировать леги, как их нормально использовать? И по поводу покупки либо запястья, либо плечи. То есть, что мне из легендарок выйдет лучше? И при какой ситуации? Да. Всем спасибо, всех благ, счастья, здоровья, как говорится. Берегите ноги. До скорого.